Всем привет! Сегодня мы едем вот в этот магазин, который называется Валтер. Как вы знаете, мы сейчас в Словакии, и этот магазинчик находится в Словакии. Сейчас мы едем туда и купим мне подарки, которые я нарисовала на бумажке. Итак, ребята, мы уже в этом магазине, так что я уже иду туда. И сейчас мне купят мама с папой подарок. Мне уже не терпится. Идемте вместе с нами, идемте. Если вам признаться, здесь так холодно. Уже на улице октябрь, либо ноябрь, октябрь уже на улице. И скоро уже будет ноябрь. Очень холодно, а я вообще только в таком. Так, ну мы сейчас идем с подарками. Итак, ребята, мы уже в этом аутпарке. Внутри, смотрите, что там. Смотрите, какая красота. Яна, куда мы первым пойдем? Сейчас ищем. Ищем? Аршу. Смотрите, вот мои всякие такие. Эти. Первый у нас идет. Идем, мам, куда? Ребята, мы сейчас идем на второй этаж. Здесь всего три этажа. И сейчас мы идем на первый, и это идет у нас H&M. Три этажа. Вот смотрите, первый, с которого мы уезжаем. Второй, на который мы едем. И третий, на который мы не едем. Но может быть сегодня поедем. И сейчас мы едем в H&M. Мы сейчас сделаем паузу, и потом вам покажем. Ребята, мы сейчас уже на втором этаже. И сейчас мы идем в H&M. Вон там где-то он. И вот второй этаж. Там, кстати, еще видите, там кинотеатр. Там где-то. Но мы туда сегодня не пойдем, потому что я туда не нарисовала, видите, нету. Да, смотрите, что мы нашли, какую красоту, а? Мы туда не зайдем, потому что я не нарисовала. Смотрите, смотрите, что здесь еще. Смотрите, красота, все розовое. Как, ну я люблю только немножко розовое, так что идем. Так, смотрите, мы уже после этого магазинчика. Идемте вместе с нами, мы сейчас заходимся тут. Там еще ободки и платье купить. Идемте. Итак, ребята, мы уже вот в таком магазине Резерде, да? Резерде. Ничего не нашли, так что идем. Они нашли вот такие всякие. Я выберу, наверное, из вот этих всех таких. Не знаю. Такие полные зеленые. Классные. Думаю, что так очень милый, потому что это не такой был, не знаю, что он без мандат. Я не разу и беру, так что мы начнем с такого. Идем. Платьишки. Муа! Нашли, но просто они нам не понравились, так что мы возьмем такого зайчика. Вот такого зайчика сейчас мы вам его покажем. Вот такой вот маленький зайчик. Стоп, я думаю, он другой. Подождите, мам. Видимо, вместе с нами я покупаю маме кое-что. Идем. Наконец-то я узнала эту. Просто там был другой немножко зайка. А здесь просто, видите, такой зайка без брелок вот этих. И не написано ничего здесь, но зато это такие сердечки. У меня еще и цвета.
класс. Мы покупаем. Теперь мы нашли пушинки. Еще там был брелок, но я захотела... Еще там был брелок, но я захотела на таком. Сейчас приклеим. Ребята, мы нашли вот такие вот пушинки. Вот такой пушинок. Пока. Ребята, мы сейчас нашли еще край за конфетками. И сейчас купим что-нибудь моему брату и сестре. Всем привет, ребятки. Мы сейчас купим Рафаэлу. Я ее очень люблю, так что купим именно ее. Все. Рафаэла. Смотрите, мы сейчас откроем один киндер. Вау, у него звездочки. Вот смотрите, у него звездочки. Он белый, горит, бело-черный, вау. Люблю такой вид. Вкусно? Ребят, смотрите, нам попалась синяя капсула. Сейчас его откроем. Давайте. Ребята, наше видео закончилось. Мы едем домой. Мама уже радуется. И я хочу большое спасибо дать маме, что она согласилась на этот челлендж. И на этом, ребята, видео закончилось. И всем пока-пока!